За чистотой и порядком в Щелковской автоколонии 1785 следили всегда. Транспорт и теперь моют по графику, однако в нынешних условиях правила ужесточили. По расписанию не только мойка и влажная уборка. Итак, автобус вымыт и внутри, и снаружи, но важно, чтобы было не просто чисто, а суперчисто. Для этого каждый раз после мойки проводят процедуру дезинфекции. Более того, дважды за рейс сам водитель дезинфицирующим составом обрабатывает транспорт. Чистота – залог здоровья. Фраза, которая очень актуальна в нынешнее время. Здесь подходит к дезинфекции с особой строгостью. Вот такую бутылку со специальным раствором выдает каждому водителю в автоколонне. В соответствии с графиком, который у каждого водителя находится с собой в документах, на конечных остановках водитель производит не менее 2 раз дезинфекцию также салона. Большое внимание уделяется и состоянию здоровья управляющих транспортным средством. Мы вначале смотрим внешний вид водителей, спрашиваем жалобы, предъявляют, не предъявляют, какие, как себя чувствуют. Проверяем слизистые верхних дыхательных путей, лимфоузлы, измеряем температуру, давление и проводим осмотр на алкотестере. В будние дни из автоколонны выходят на линию более 180 автобусов. В конце рабочего дня салон каждого дезинфицируется в обязательном порядке. Особо тщательно в местах, наиболее подверженных телесному контакту, таких как поручни и валидатор, устройство для оплаты проезда. К слову, по распоряжению губернатора в регионе перешли на полностью безналичный расчет в автотранспорте. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.